Не пропустил скорую помощь на дороге, возможно, стал потенциальным убийцей. В интернете можно найти массу историй о том, как из-за препятствий на дороге, которые создавали водители гражданского транспорта, экипаж скорой не смог вовремя оказать кому-то помощь. Николай работает фельдшером в Балаковской скорой помощи 3 года. По его словам, местные автомобилисты машинам со спецсигналами дорогу в основном уступают. В городе все адекватно реагируют и все понимают то, что... На кону как бы жизнь человека, и все уступают. Однако у сотрудников скорой помощи к балаковским автомобилистам просьбы и рекомендации все же имеются. Ну вот данный автомобиль у нас является реанимационным автомобилем, на котором работают врачебные бригады. То есть все тяжелые случаи, на которые мы выезжаем, все они идут у нас со спецсигналами. В основном не уступают на трассах, вот когда полностью не уступают, либо на мостах, вот на наших, на шлюзовом, на новом мосту. Видно из-за того, что музыка громко поет или в задние зеркала не смотрят. Сотрудники ГИБДД совместно с экипажем скорой помощи провели мероприятие, чтобы убедиться, насколько водители признают приоритет машин со спецсигналами на дороге. Через несколько минут после начала движения определился первый нарушитель. Девушка не уступила дорогу скорой на улице Комарова. Почему не пропустили? Случайно перепугалась, что такая стоять справа едет, да не врежусь в нее. Я начала тормозить, дергаться и вот... А так, когда в такие ситуации попадаете, пропускаете обычно? Конечно, пропускаем. Понятно, что реанимация есть. Такие водители были у нас привлечены к административной ответственности по статье 12.17, часть 2 Кодекса административного правонарушения. И материалы были направлены в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления от 3 месяцев до 1 года, либо административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Вторую нарушительницу остановили в первом микрорайоне. Здесь у инспекторов возникло сразу несколько вопросов. Машина без номерных знаков, да еще и скорую помощь не пропускает. Этой даме пришлось проехать с полицейскими для выяснения всех обстоятельств. Так по каким причинам водители чаще всего не пропускают автомобили со спецсигналами? Опытные сотрудники могут ответить на этот вопрос. У нас водители, когда стоят на перекрестках, ожидают разрешающий сигнал светофора, и едет транспортное средство либо пожарное, либо скорое, либо сотрудники полиции с проблесковыми маячками, включенными и звуковым сиреной. Водители не всегда знают, что делать. И на вопрос, почему не пропускаете, говорят, что нам некуда деваться. В правилах четко написано, то, что водители при движении спецтранспорта с включенными проблесковыми маячками и специальной звуковой сиреной должны предоставить преимущество движения данного транспорта. То есть, если они стоят на перекрестке, они должны освободить полосу для движения такого транспорта. Сотрудники скорой помощи желают балаковским автомобилистам удачной дороги и просят уважать их труд и чужие жизни.